Здравствуйте! В эфире «Вести Чукотка» в студии Владимир Никитченко. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в округе. Перечень субсидируемых авиационных маршрутов на 2023 год утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта. В список вошли рейсы, которые выполняет компания «Аэрофлот» между Анадырем и Москвой, а также «Якутия» между Певеком и Москвой. При субсидировании рейсов большую часть расходов авиакомпаний на обслуживание маршрутов берет на себя федеральный бюджет. Уже сейчас выделено порядка 13 990 билетов. Льготные билеты могут приобрести граждане до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60, а также инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, инвалиды с детства второй или третьей группы и сопровождающие ребенка инвалида. Кроме того, они положены пассажирам, имеющим статус многодетной семьи. Для этих категорий граждан пассажиров билеты в одну сторону между Москвой и Анадырем, а также Москвой и Певеком обойдется в 9000 рублей. Стоит отметить, что перелеты по льготным ценам доступны и тем, кто зарегистрирован по месту жительства на территории Дальнего Востока. Размер спецтарифа для них на рейсы между Анадырем и Москвой составит 10200 рублей. А из самого северного города страны в столицу страны или обратно можно будет улететь за 9700 рублей.